Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я высаживаю свои огурцы в мешки и хочу показать, как я это делаю и зачем. Потому что, когда я зимой сказала, что я выращиваю огурцы в мешках, многие заинтересовались и хотели узнать, как именно растут огурцы в мешках. Сначала скажу, для чего я это делаю. Этот метод подойдет тем, у кого, например, мало места на участке, или нет теплицы для огурцов, можно мешок с огурцом можно вырастить на любой террасе, на застекленной, как импровизированная теплица. Можно поставить сначала в теплом помещении, потом вынести на улицу. Но я выращиваю в мешках по другой причине. У меня вот эта вот теплица, тут нет грунта. Тут бетонное покрытие. Мы уже так приобрели участок, что здесь сараи стояли, заасфальтировано все. Чтобы использовать как-то этот брошенный участок земли, я здесь построила теплицу под рассаду. Вы видели ее, я вам показывала, тут выращивается рассада. Но чтобы лето она не пустовала, я высаживаю здесь огурцы в мешках. В мешках они прекрасно растут, дают хороший урожай. В том году не знала, куда девать огурцы. Вот неделю назад начала высаживать, уже видите, как они разрослись. У них богатые такие сочные зеленые листья. Сейчас я их подвешу вверх. Направлю туда, все сформирую куст, и будет очень много огурцов. В один мешок я кладу 3 ведра почвы, почвы грунта, но огурцы любят почву, как удобренную, жирную, с перегноем. Мешаю 2 ведра чернозема, одно ведро перегноя, и сюда высаживаю огурцы. Им хватает на весь сезон без подкормок. Никаких азотосодержащих подкормок больше я не делаю. Могу там по листьям, бутонам или чем-то подкормить. Все. Вот это самые поздние у меня неженские сорта, засолочные. Вот эти вот я сейчас буду высаживать. Это все лето мы их будем кушать. Тут всякие тоже 5 или 6 сортов. Эти я сажу раньше, а те, которые мне понадобятся поздно осенью, я сею их в самую последнюю очередь, потому что они нужны будут только для засолки. Огурцы здесь чувствуют себя хорошо в мешочке. Если кто-то боится пересаживать огурцы, я хочу сказать, что не бойтесь зря. Вот смотрите, если вы за день-два до перевалки не польете стаканчик, то вы без труда его вынете и заглубите в почву все. Вот эти вот корешки, которые уже начал выпускать огурец, желательно тоже заглубить почвой. Появятся еще дополнительные корни. Летом покажу, какой урожай у меня в мешках получается. Выращивание в мешках – это очень простой метод. Для тех, у кого нет, например, бывает, что еще не обработанная какая-то почва, целина или что-то. Чем обрабатывать весь участок, проще поставить несколько мешков временно. И в этом году можно вырастить огурцы в мешках. Можно прям сразу открытым посевом семечки напихать, в мешок полить и все. Все про другие методы выращивания, как я выращиваю самые ранние огурцы, как сею рассаду, все посмотрите у меня на странице. Заходите, всех принимаю в друзья. В Одноклассниках набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Несмотря на все капризы погоды, вот у нас нынче у меня и рассада огурцов получилась очень хорошая. Уже усы выпустили в стаканчиках. Долго, правда, они томятся, потому что я не могла освободить теплицу. Долго было холодно на улице. Но сейчас я их высажу, и они моментально зацветут и сразу начнут давать маленькие огурчики. Потом расскажу вам, как я делаю вкусные малосольные огурцы вот из этих огурчиков в мешках. До свидания. Желаю всем-всем хорошего урожая. Учитесь. Используйте новые всякие методы, пробовать нужно все. И с годами, через год, два, три, вы найдете именно свои методы выращивания всех овощей. И огурцов, и помидор, и так далее. До свидания.